Рабочие монтируют опорную конструкцию. Работы ведутся по специально разработанному проекту. После того, как укрепляющий каркас будет собран, три отдельных части здания скрипят примерно так же, как шкафы в кухонном гарнитуре, чтобы они не смещались относительно друг друга. Естественно, с поправкой на масштаб и просчитанные нагрузки. Вот ту конструкторскую часть, которую нам дали, все по технологии все делается. То есть идет усиление перекрытия второго этажа. Я думаю, это правильное решение. Хорошее надежное крепление. Я думаю, что все будет хорошо. На много лет хватит. Уже сейчас можно без опаски подниматься на второй этаж. Здесь предстоит снести старые межкомнатные перегородки и построить новые. Зданию 20 лет, но строители заверяют, после капитального ремонта прослужит еще столько же. Благодаря укреплению каркаса уже прекратилась деформация конструкции. Вот пошла трещина, которую мы делали. Она сразу, помните, когда еще да. Была влажность, ну, высокая? Когда сделали, все, трещина остановилась. То есть. Больше они не увидели. Юрий Поляков поставил задачу перед строителями провести все кровельные работы до конца августа, периода, когда в Анапе начинаются дожди.